Всем привет! Покажу немного, что у меня тут деется в орхидариуме. Ой, все, готовлюсь, никак не могу сделать здесь полки дополнительные для еще орхидеи. Ну, в процессе. И в процессе выселения отсюда некоторых. В процессе активного чтения про каждый экземплярчик. Что кому надо, кого стоит здесь оставить, кого не стоит. Вот, наконец-то распустилась вся веточка. А, какой красавчик. Он у меня купился просто как гибрид номер 5. Было его цветение. Я обожаю эти цветы. Они действительно очень похожи на Льюис Берри, но продавец сказал, что бирка была утеряна, поэтому просто гибрид номер 5. Вот такая красота. Я писала, что он мне похож еще на Льюис Три Принц. Нет, ну уж, конечно, по форме что-то есть, но да, это действительно Льюис Берри. Возможно, это Льюис Кьют Энджел. Но переписывать я его не буду. Так он у меня и останется. Гибрид номер 5. Они такие интересные, таким треугольничком, стайка такая. 5 штучек. Цветы держатся, но неимоверно долго. Последний цветочек раскрылся 2 дня назад, еще не выпрямился. Самый первый цветочек еще свежий, и, по-моему, он открылся в первых числах мая. И он до сих пор держится. У него очень легкий такой ванильный аромат. Очень приятно пахнет. И у него сумасшедшего цвета губа. Она как неоновая, она меняет цвет, она бомбезная. Так, здесь у меня вот проснулась Афродита, растит листья. Здесь у меня мои пульчеримы, пульчеримные гибриды, которые очень-очень, оказывается, любят влагу, любят попить. Поэтому будут они, наверное, сидеть здесь. Собака, я тебя тоже люблю, но не надо такие звуки в камеру издавать. Здесь у меня сейчас моя иероглифика альбовая. Если вы помните, она... У нее листочки висели, я все время листочек чем-то подпирала, чтобы он стоял, и так они не складывались ни в какую сторону. Теперь он сам набрал тургор и абсолютно сам держится. Все сами держатся, растут корни. Все супер. Мне все очень нравится и хочу показать. Это моя новиночка. Не успела я тогда снять видео, у меня не получилось по времени. Вот, с двумя цветоносами. Ссылочку, где я купила, я, конечно же, оставлю в описании. Это Ява Мини, она называется. И это у нас Фаленопсис Яваника на Фаленопсис Минус. Фаленопсис Минус еще называют Фаленопсис Финли. Сам гибрид называется Ява Мини. Очень красивые цветы, очень-очень жду. Там он такой плотный, классный. Вот он, второй цветоносик. Чувствует себя хорошо, поэтому я не стала ничего делать с бутонами. Решила дать ему шанс. Так, дальше. Ну, вот здесь вот малышка моя, японика. У меня есть одна взрослая, я показывала ее цветение. Есть вот такая малышка, растет. Хочу посмотреть, возможно, у них будут немножко разные оттенки. Не хочу никуда ее девать. Так, здесь обалденно уже выросла детка. Я купила без точки роста фаленопсис с деткой. Мне очень понравилось. И вот ее ращу. Этот тетраспис амбайненсис яфонсир. Очень-очень красивый, классный цветок. Ожидается... Ну, пока растет, мне очень нравится наблюдать, как активно растет эта детка и за размером листьев. Так, здесь мой тетраспис Сиван, который забыл, что ему надо растить листья, растит. Так, а ну выползай. Так, здесь один разветвленный на 2 цветонос. Здесь вон тоже разветвленный на 2, и там еще третье ветвление. Здесь он продолжает лезть к свету. В общем, он ударился в цветоносы активно, корни. Вот растущие есть, мы видим, но там их много растущих. Доставала горшочек, смотрела. Так, здесь
отцвел, засушил свои цветоносы Stall Dance. Вот тот гибрид, который у меня. И у меня перед этим тоже был такой же Stall Dance. Они в плане цветоносов ведут себя у меня не так, как эквестрисы. Они их желтят и сушат. То есть не оставляют долго живыми. Деток не дают пока. Вот. Но он зато прекрасно наращивает зеленую массу и корни. Корни у него вообще загляденье. Вон, смотрите, какой длинный живой кончик. 1.5 сантиметра я мерила перед этим. Это вот зеленого непокрытого виломена. Он чудесный. Так, здесь, ой, кто помнит, хотелось мне необычные шиллерианы. Вот она, вон, уже такой листик вымахал. Корешок растет. И белина тоже. Вот этот листик стал гораздо шире. Новый растет, растут корни. Это белина Pink. Это шиллериана Red Stripes. Очень красивая. Так, ну тут у меня происходит безобразие. Вот этот цветун решил укорениться у соседа. Ну, пока не трогаю их. Пусть укореняется. Ванильки растут. Ну и, конечно же, вот эта прелесть растет. Пошли новые корни. Она у меня создалось такое впечатление, что она вообще спала зимой. Ничего не росло, просыхала крайне медленно. Я ее легко опрыскивала. И вот весной пошли новые корни, новые листья. Очень интересный товарищ, хотя это просто пульчерима. Ну, пульчерима мармарата. Но все пульчеримы зимой росли. И одна она сделала вот такой ход конем. Это пульчерима на эквестрис или же Purple Jam. Вон напускала корней, взбрыкнула и скинула. Здесь было пара листьев. Она их надырявила, и они пожелтели, отсохли. А вот нижний лист как был зеленый, спокойно себе так и остался. Она решила полностью себя обновить. Это абсолютно два новых листа, которые не так давно выросли. Интересная дама странно себя ведет. Ну что ж, наблюдаем. Вот, в принципе, и все пока здесь. Кто мог процвести, отцвел. Кому-то еще не время, кто-то будет цвести ближе к концу лета. Это вот у меня пульчеримы себя так ведут, они ближе к концу цветут обычно. Ой, есть у меня вот такая красотка, еще хотела показать. Шикарные листья и достаточно редкий гибрид. Я его не встречала, это пульчерима на гигантею. Так что я надеюсь, что у меня получится с ней все, и она порадует цветами. Я хоть посмотрю, как это чудо выглядит. И на этом мы нашу небольшую прогулку по моему орхидариуму. Хотя мы его уже называем орхидейная витрина, потому что на орхидариум он нам мало похож. В семье. В общем, будем заканчивать эту прогулочку небольшую. Всем большое-большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.